И сдашь нам своего поставщика, а будешь сидеть дальше. Так, послушайте, мы втроем сможем из этого выкрутиться. Но кому-то все-таки сесть в тюрьму придется. Его прозвали Джимми Сел-вышел. Джимми предоставляет особый вид услуг. За деньги он готов сесть вместо вас. Итак, помимо отстойной рекламы, твой адвокатишка втюкал нам офигенскую сделку. Не сдашь нам своего поставщика, а будешь сидеть дальше. Его зовут Хайзенбергом. Лет 50 или 70. Цвет волос? Нет волос. Так, а вот и наш мальчик. Вот он. Похоже, он передал товар. Поехали. Походу, проканало.